Очень приятно. Ребята, кто еще? Представляйтесь, как вас зовут, откуда вы? Ольга Плотникова, Беларусь. Добрый вечер. Говорите. Тайна Заренко, Италия. Добрый вечер. Мамаюсов Абджабаров, Узбекистан. Приятно познакомиться с вами. Галина, еще раз повторите, плохо слышно было. Добрый вечер, Галина Баранец, Канада. Очень здорово. Заметили, когда какая география у нас сегодня присутствует? Добрый вечер. Я Нина с Донецка. Очень приятно познакомиться. Ну что, ребята, еще немножко попредставляемся или начнем уже сегодняшний наш голосовой? Как говорится, вечер, да, кто-то пришел с работы, кто-то уже ложится спать, а у кого-то уже утро наступает, потому что у нас настолько широкая география, и работает у нас уже в компании 49 стран. Вы можете себе представить, кто-то засыпает, кто-то просыпается, и вот так вот все мы взаимосвязаны, здесь начинаем зарабатывать. Я немножко представлюсь, да, кто меня еще не знает, меня зовут Наталья Бражникова, я мама в декрете, у меня трое детей, и сама я в эту компанию пришла уже 3,5 года назад. Уже скоро будет 4 года. Если честно, время просто пролетело незаметно. Я даже не заметила, как быстро все изменилось в моей жизни. Я так привыкла к хорошей жизни сейчас. Но когда я пришла в компанию BeFree, я вам хочу сказать, я пришла на уровне выживания. Потому что до компании BeFree я попадала в финансовые пирамиды в интернете, теряла все деньги там, попадала в нехорошие такие компании. И мне там, конечно же, красиво рассказывали вначале, что заходи, деньги закидывай, делать ничего не надо, будет тебе счастье. И оставалась я так без денег. Поэтому меня научило это все, и я стала искать компанию ту, которая реально дает возможность зарабатывать деньги, в которой невозможно ничего потерять, и в которой ты будешь счастлив и еще помогать другим. Вот наша компания BeFree, она как раз-таки воплощает все три вот этих аспекта, которые мне были нужны. Здесь мы помогаем друг другу, здесь мы зарабатываем деньги, здесь невозможно ничего потерять. И самое главное, что здесь вы будете всегда с деньгами, будете счастливы и воплощать все свои мечты в реальность. Ведь насколько, да, мир у нас сейчас меняется, у нас 21 век, если вы еще находитесь в 18 веке, телефончик только что, да, у вас появился. Ребята, уже давно у всех сенсорные телефоны. И сейчас мир инноваций компании BeFree, она как раз-таки сделана на базе того, чтобы каждый человек, кто никогда даже не работал в интернете, здесь смог научиться. Здесь очень крутое обучение у нас от Александра Бека. Оно куплено самой компанией BeFree для того, чтобы люди, которые никогда не работали в интернете, смогли понять, как же все устроено в интернете. Обучение там в 5 минутках, то есть такие пошаговые обучения, где вы, смотря это видеоуроки, будете понимать, как все здесь устроено. Ну и, конечно же, все это будете воплощать на практике, потому что здесь у нас сама компания BeFree, да, работает именно информационный бизнес, можно так его назвать. Сама компания зарегистрирована у нас официально в США, штат Делавэр, на краудфандинговой платформе. Почему именно там? Сейчас объясню. Потому что так как у нас международная страна, и краудфандинг, он там распространен, то есть там уже 68-го, по-моему, года работает краудфандинг, поэтому там всех выгоднее было зарегистрироваться, чтобы это было официально, чтобы у компании BeFree была лицензия, сертификат. И каждый год компанию проверяют на соответствие, что она имеет право действовать дальше, работать и помогать людям также зарабатывать. Это все вы можете проверить на официальных источниках. Поэтому кто, ну, вас всех, кого-то пригласили, да, в гостевой чат, и ваши пригласители, у каждого из них есть телеграм. Бот. Этот телеграм-бот сделала также компания BeFree для удобства работы партнеров. Там есть вся информация о самой компании.
Также там вы можете посмотреть лицензию компании и проверить на официальных источниках. Когда вы станете сами партнером, у вас будет тоже свой Telegram-бот, и также у вас будет свой личный одностраничный сайт, потому что компания позаботилась о партнерах и также для каждого делает одностраничный сайт. То есть, когда вы становитесь партнером, у вас будет свой личный одностраничный сайт, у вас будет свой Telegram-бот, и у вас будет обучение от Александра Бека. Конечно, все это будет находиться в кабинете, благодаря чему компания сделана таким образом, она берет единоразовый раз в год $5, за счет чего она обслуживает вот этот наш кабинет, делает апгрейды нашему кабинету, то есть переводит на разные языки, потому что страны присоединяются очень много, и, естественно, это все нужны вложения, чтобы, да, вот переводить это все, поэтому... Вообще, сущие копейки берут, на самом деле, $5 раз в год, представляете? Хотя я знаю много компаний, которые на обслуживание кабинета берут там чуть ли не 40% от дохода людей. Поэтому здесь сделано все в компании BeFree для простых людей, где вы будете и зарабатывать, и у вас будет полностью все доступно для того, чтобы вы развивались в интернете. Сейчас я слайдик переключу, секундочку. Ну, еще немножечко о себе расскажу, да, то есть почему я пришла вообще на уровне выживания в эту компанию, потому что ситуация так сложилась, я из декрета в декрет ушла, и сами понимаете, когда ты находишься в декрете, денег совершенно ни на что не хватает, даже на памперсы не хватало детям, мужу приходилось работать на двух работах, и, конечно же, я думала, как же мне помочь, чтобы вот не выживать, потому что были ситуации, когда даже молоко не было, ну, не было денег, чтобы купить молоко. Мужу приходилось на работу ходить пешком несколько километров туда, обратно. Поэтому вот такие ситуации были нехорошие до компании BeFree. Мы жили постоянно на съемной квартире, у нас не было своего жилья. Поэтому моя мечта вообще была это купить себе жилье, чтобы не скитаться по этим съемным квартирам, чтобы ты гвоздь могла забить куда захотела, и тебе никто за это ничего не сделает, потому что это твоя жилплощадь. Поэтому, когда... Естественно, я начала зарабатывать в компании BeFree. Я вам хочу сказать, за 10 месяцев я заработала на дом. При этом я закрыла до этого кредиты, с которым я пришла в компанию BeFree. Потому что, еще раз повторюсь, я потеряла в финансовой пирамиде до компании BeFree. И я закрыла кредиты, купила дом, еще через 2 месяца я купила машину. То есть здесь реально мы зарабатываем деньги, мы сразу же их выводим на свои карты и тратим, куда мы захотим. Поэтому вы здесь тоже так же, когда зайдете в компанию, будете также зарабатывать и тратить деньги, куда вы сами захотите. Потому что, ну, это ваши деньги, как говорится, делайте с ними все, что захотите. А еще раз подытожим, да, сама компания BeFree, она работает на просторе интернета уже 6-й год. Админ команда, она также зарабатывает по маркетингу, то есть мы все на равных условиях, мы каждый открываем свой личный бизнес. Выплаты здесь идут 100% партнерам, то есть никуда деньги не уходят, не улетают, то есть все деньги отдаются людям. Это очень уникальная компания, потому что именно благодаря этому мы здесь все взаимосвязаны, еще и помогаем друг другу. Как я уже сказала, официальная у нас регистрация, которую вы можете проверить. Вывод тоже без комиссии, то есть компания тоже ничего себе не берет. То есть вы выводите деньги без комиссии. Ну и обучение от Александра Бека, которое уже встроено в сам кабинет. У нас 3 платежные системы на данный момент. Это Perfect Money, Pair и USDT, криптовалюта. То есть здесь вы сами выбираете, через что вам заводить деньги и выводить деньги. То есть здесь сделано так, чтобы любая страна могла зайти. Через обменники пополняет, покупает доллары и также выводит доллары и выводит на свою карту в своей валюте. Потому что, еще раз повторюсь, у нас много разных стран. У каждой страны своя валюта. Например, да, кому-то нужны гривны, кому-то рубли, кому-то тенге, ну, кому-то лей. Да, всем нужны своя валюта. Поэтому мы, естественно, покупаем на свою валюту доллары, заводим на кабинет, получаем выплаты мы в долларах и выводим мы доллары через обменники либо внутренним переводом на свою карту в своей валюте. И тратим их, куда мы захотим. Вывод идет в этот же день.
То есть вы выводите сразу же через Perfect Money Pair или USDT в этот же день. То есть деньги на кабинете не лежат. Их, ну, я не вижу смысла их хранить, да? То есть мы пришли зарабатывать, получили, пошли, вывели, потратили, куда мы захотели. Это очень удобно. В данной ситуации у меня, да, у меня детей много, поэтому мне тратить есть куда. И у нас есть две программы. Первая программа – это Everyday, деньги на каждый день. И вторая программа – это Auto Хаус, деньги на большие цели, на большие мечты. Так вот, давайте сейчас я вам расскажу самую такую программу, которая дает деньги на каждый день, программа Everyday. Так, секундочку, главное, чтобы вам хорошо было видно. Сейчас подскажете, хорошо ли вам видно. Так, скажите, пожалуйста, кто-нибудь, видно ли вам? Хорошо, видно, надо... да? Ага, хорошо видно. Все, благодарю вас. Видно, видно. Ага, благодарю за помощь. Смотрите, у нас программа Everyday, да, самый эффективный вход – это $150. Есть поменьше, да, площадки, но о них я не буду рассказывать, потому что они транзитно-накопительные, там мы не зарабатываем. Зарабатываем только со стола 150. Про маленькие столы, если захотите узнать, можете обратиться к своему пригласителю, но я считаю, да, рекомендую вам заходить, если есть возможность, именно с площадки Everyday со стола 150. $50. $5 берет сама компания на развитие проекта, благодаря чему и существует наша компания. Вы всегда во главе, то есть вы открыли свой личный бизнес, поэтому вы видите себя всегда во главе. Под вами два человека, под ними также два человека. Матрица у нас семиместная, не делящаяся и управляемая. Что это значит? Это значит, людей, которых вы пригласили, они всегда будут за вами двигаться, как ниточка за иголочкой, никуда не улетят, никуда не уйдут, а вот так вот друг за дружечкой вы будете просто перемещаться и всегда с ними зарабатывать. Вы зашли, пригласили свою подругу, она встала к вам в плечо. В эту же секунду кто-то выше над вами получил выплату $150. А выплата идет всегда через человека. Тем самым мы можем помогать друг другу. Дальше ваша подруга тоже пригласила свою подругу и встала она у нее, да, в плечо, но для вас это выплатная линия. И в эту секунду вы получили на баланс $150. Это ваш возврат ваших денег. В этот же день снимаете и тратите, куда вы захотели. Дальше встал у вас второй человек, его пригласили вы, но вы тоже захотели взять выплату. У нас матрица управляемая, поэтому сюда вы поставили вот так вот крестик бронь. И человек, когда купил себе бизнес, он встал по вашей броне вниз, и вам в эту же секунду пришли на баланс $150. Я вас поздравляю, вы заработали $150. Это ваши деньги. Пожалуйста, снимайте, тратите, куда вы захотите. Выше над вами стоит человек. Ему тоже выгодно под вас поставить человека, потому что в эту же секунду, когда он встал, он получил тоже выплату $150. И сюда вниз поставили вы, помогли тем самым и вот этому человеку, который стоит у вас в плече. И когда у вас стал третий человек в вашу выплатную линию, вы на баланс опять получили $150. Это ваш чистый доход, идете, снимаете, тратите, куда вы захотите. И в конце, когда последний человек стал в вашу выплатную линию, это может быть как ваш приглашенный, так и приглашенный, который стоит у вас в плече. Кто из вас быстрее сработает? И последняя точка вам не дает на руки $150. Она автоматом вам покупает совершенно новый стол на $150. И это начинается ваша закольцовка. Ваши люди, которых вы пригласили, они также за вами идут и в новый стол за вами встают. И вы начинаете опять по кругу зарабатывать. На столе 150 наш чистый доход составляет $450. Этот круг он может просто хоть по 10 раз в день закрываться. Приглашаете, зарабатывайте, приглашаете, зарабатывайте. Это ваш постоянный доход. И сразу хочу сказать, так как у нас есть еще вторая программа Auto House, на втором круге, вот когда вы перешли, за вами также ваши партнеры двигаются, и когда вниз стали два партнера, 150 плюс 150, у вас резервируются эти деньги для того, чтобы программа посмотрела, открыта ли у вас программа Auto House или нет.
Если программа «Автохаус» не открыта, то вот эти $300 вам автоматом открывает программа «Автохаус». Если «Автохаус» у вас открыт, потому что у нас много партнеров заходит сразу на две программы, так как они работают параллельно друг другу, и тогда эти $300 отдаются вам на баланс, и вы выводите их на карту. Все. Ваши деньги у вас в кошельке. Это только на втором круге в программе «Everyday». Третий, четвертый, пятый, шестой, все последующие круги вам дают доходы на столе $150-$450. Это постоянный доход. То есть вот я 3,5 года назад зашла в эту программу Everyday на стол $150, и я уже раз 30, если не 40, закрыла эту программу. То есть она крутится вот так вот с одними и теми же людьми. Представляете, за мной партнеры двигаются, которые также 3,5 года зашли вместе со мной в эту компанию. И они также опять прилетают, и я опять от них же зарабатываю. И у них то же самое. То есть вот так вот здесь просто, вот знаете, такой денежный станок, он вот так вот постоянно крутится на этом столе и всегда нам дает доход $450. Так, ну, я думаю, с этой программой мы с вами разобрались. Кто не разобрался, пока записывайте вопросы. И после того, как я сейчас расскажу вторую программу, вы мне зададите все вопросы, которые у вас остались. И я буду на них отвечать. Сейчас, секундочку, открою программу «Автохаус». Потому что программа «Автохаус», честно скажу, это самая крутая программа, так как благодаря именно этой программе я купила себе дом, купила машину, закрыла кредиты, потому что тут выплаты миллионные. Как же это все работает? Давайте я вам сейчас расскажу. Подскажите, вам видно трансляцию экрана «Автохауса»? Кто-нибудь видно. Скажите. Видно, ага. Видно. Благодарю видно, вас. Видно. Угу. Спасибо большое за помощь. А, смотрите, это программа «Автохаус». Давайте сейчас... Здесь, кстати, можно заходить на любой стол. На 300, на 900, на 2700, на $8100. Чем выше стол, тем больше вы с командой перемешиваетесь, и тем быстрее вы доходите до самого крутого программы, до 800, там мы зарабатываем по $30000. Ну, давайте начнем с самых азов. Я шла, честно, поэтапно, потому что денег у меня их не было. Здесь каждый выбирает путь, как ему удобно, ну и, конечно же, по деньгам. Если есть возможность, хоть все 4 площадки сразу открывайте, будете на всех этих площадках зарабатывать. Давайте с самого начала. Вот вас со стола Everyday перекинуло в стол 300. Либо вы сразу зашли в программу «Автохаус» на $300. Если вы сразу заходите, то у вас берется еще $5 на развитие проекта. То есть изначально вам нужно завести $305. Матрица здесь также семиместная, не делящаяся и управляемая на любую глубину. Это очень круто. Знаете почему? Потому что мы можем своим партнерам помогать хоть на 10-й линии. И здесь мы быстрее двигаемся за счет этого. Под нами также два человека, под ними также два человека. Вот сюда поставили вы первого партнера, пригласили, он тоже пригласил своего партнера, и в эту же секунду к вам на баланс прилетели $300. Ребят, все, ваши деньги у вас на кабинете, выводите в этот же день, забирайте, это ваши деньги, вы вернули свои, больше ваших денег в системе нет, от слова совсем. Дальше только чистый доход, причем постоянный и без ограничений. Встал партнер также в плечо, и вот сюда встали три партнера, 300, 300, 300, у вас накопилось $900, и автоматом программа вам прокупает стол на $900. Свои деньги, ребят, вы не вкладываете вообще никакие, у вас это все автоматом открывается. Столы 300, 900 и 2700, это накопительно-транзитные столы, где вы еще и с деньгами, то есть вы здесь не голодные. Дальше встал ваш партнер, он тоже со стола 300 за вами переходит, вышестоящий может поставить к вам в плечо. Встал у вас первый партнер в вашу выплатную линию, и вы на баланс получили $900. Все, это ваш чистый доход, снимаете, тратите куда вы хотите. Я когда получила первые $900, кстати, я за месяц закрыла золотой треугольник в столе 300 и получила уже $900, я побежала быстрее гасить свои кредиты, потому что они так меня тяготили. И я, знаете, я потом была просто, мне кажется, с меня просто какой-то камень свалился, который меня очень сильно тянул на дно. Вот эти кредиты, они реально меня тянули. И я сразу в первую очередь стала их гасить. Ну и, конечно же,
начали покупать уже вкусняшки детям. До этого мы их не баловали, честно вам скажу. У нас было только молоко, кефир, все. Но сейчас они у нас едят все, что захотят. Вот, давайте теперь переходим к программе «Автохаус. Стола $900». Вот здесь вот вниз у вас стало 3 партнера по $900. 900, 900, 900. У вас накопилось $2700, и вам программа автоматом открывает эту программу «Стол на $2700». Ваши партнеры, как ниточка за иголочкой, двигаются за вами. И первый встал в вашу выплатную линию. Вы получили на баланс $2700. Все, опять снимаете, идете, тратите, куда вы заходите. Это ваши деньги. Что хотите с ними, то и делайте. Дальше встали три партнера. 2700, 2700, 2700. У нас накопилось $8100. И автоматом программа вам открывает стол. Самый крутой $8100. Встал первый партнер. Вышестоящий. Здесь вообще командная перемешка бешеная. Встал второй партнер. Там, когда выгодно выше стоящему стать, то, что он в этот момент получает выплаты. Ваш партнер прилетел сюда, и в эту же секунду вам на баланс пришли $8100 одним чеком. В эту же секунду берете, снимаете эти деньги, тратите куда захотите. Я когда получила эту выплату, мне на баланс пришли эти деньги, я сразу же забрала их на карту. Я думаю, вот это да, вот это мега круто. Я никогда в жизни таких денег не видела. Вот именно благодаря компании BeFree я поняла, что такое зарабатывать большие деньги, а самое главное, это так легко, это в 1000 раз легче, чем ходить в найм. Поэтому, ребята, компания BeFree просто создана для нас, для тех, кто хочет легко зарабатывать деньги. Встал второй партнер в вашу выплатную линию, и в эту же секунду вы на баланс получили $7200, и вам дали 3 бизнес-места по $300. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы не остановились, а заново начали еще больше зарабатывать. То есть начинается закольцовка в автохаусе. Стал третий партнер вашей выплатной линии, и вы на баланс получили $7200, и вам дали еще 3 бизнес-места по $300. Один стоит под спонсора и 2 управляемых. То есть можете ставить их куда хотите, помогать своим партнерам, под партнеров. То есть как хотите, так ими управляете. Встал, и когда последний человек, четвертый, встал в вашу выплатную линию, вы на баланс получили $7500, и вам дали 2 бизнес-места по $300. Один встает под спонсора и один управляемый. Давайте подытожим. На программе $8100, именно вот в четвертом, да, столе автохауса, мы заработали с вами $30000. И нам дали 8 бизнес-мест по $300. Тем самым у нас будет на втором круге доход 8 раз по $300, 8 раз по $900, 8 раз по $2700 и 8 раз по $30000. И начинается закольцовка. Третий, четвертый, вот так вот в автохаусе вы тоже вот так вот крутитесь по этим 4 столам. Представляете, со своими одними и теми же партнерами. Но я вам хочу сказать, нашей команде миллионеров, у нас есть своя стратегия, называется это «Золотой треугольник». А почему мы им идем? Сразу хочу сказать, потому что нам нужно намного меньше людей, в 3 раза меньше людей, но доходы с от первого круга в 3 раза больше. Представляете, как круто? То есть вы делаете действия те же самые, но вам нужно приглашать меньше, а доходы увеличиваются в 3 раза. Поэтому мы идем 3 местами сразу в автохаусе. Как это делается? Вы можете сразу зайти 3 местами 300, 300, 300 и купить себе вот так вот золотой треугольник. Можете за одни 300 выстроить эти 3 места. То есть мы, когда вы становитесь партнером, рассказываем, как это можно сделать за одни 300. Вот вы зашли. Также вам нужно всего лишь 4 партнера, которые также идут золотыми треугольниками. Вы возвращаете, то есть на столе 300 у нас без убыток, то есть мы возвращаем свои 300, 300 и 300, мы эти деньги забираем, то есть все, что вложили, все и забрали. Представляете, как круто? В компании только $5 осталось, все. А так мы свои-то забрали, они у нас уже в кошельке, тратим куда хотим. Но дальше мы двигаемся и начинаем зарабатывать 3 раза по $900, 3 раза по $2700 и 3 раза
Представляете, три раза по 30 тысяч долларов. То есть с первого круга мы на столе 8 100 долларов зарабатываем не 30 тысяч долларов, а 90 тысяч долларов. Представляете, как круто? И начинается у нас закольцовка в автохаус. На втором круге мы зарабатываем не 8 бизнес-мест нам дали, так как мы идем тремя местами, 3 умножаем на 8, будет 24. И мы получаем уже на втором круге доход 24 раза по 300 долларов, 24 раза по 900 долларов, 24 раза по 2700 долларов и 24 раза по 30 тысяч долларов. И опять это умножаете все на 3, на 8, и у нас идет третий круг, четвертый, пятый, шестой. Ну и так вот мы по закольцовке двигаемся и зарабатываем постоянно и безостановочно. Вот, ребят, так работает наш маркетинг. Постаралась лаконично вам все это рассказать, чтобы больше у вас осталось времени на вопросы. Поэтому включайте микрофончик, что кому непонятно, буду еще раз подсказывать, рассказывать, что, ну, естественно, отвечать на все ваши вопросы. Включайте микрофончик, кому что непонятно вдруг. Наталья, мне очень непонятно, вот когда идет выплата, и она сразу идет вышестоящему человеку. Я не вижу его, я не понимаю вышестоящего человека. Я понимаю, вам знать, что... Подождите, нет, сейчас я вам все скажу. Вот смотрите, вы главный, да, вы у себя в бизнесе, вот вы зашли. Да. Вот да. Это ваш бизнес. Кто да. над вами, вам без разницы. Вообще без разницы, кто там свыше над вами стоит. Он стал сюда ваш человек, да, выше получил человек, но вот этот человек, он может пригласить, не вы, а может этот человек пригласить сюда. И в эту же секунду вы вернули свои 300 долларов. Зачем вам смотреть, кто выше? У нас смотрится сверху вниз, то есть вы смотрите, кто ниже. Вот все, кто ниже, да, это под вами люди, которые вам помогают двигаться вперед. Понятно? Хорошо. Понятно, хорошо. Люди помогают двигаться мне вперед. А что они получают? Не понимаю. Ну, так же, как и вы. А вы что получаете, когда заходите в компанию? Зарабатываете, правильно? И они также да. пришли зарабатывать. Ну, здесь все ну, мы закольцованы, понимаете? Они тоже получают, возвращают их. Что ну, конечно, все через человека зарабатывают, конечно. Что вы, что другие, все зарабатывают через человека. Все. Короче, люди, которые в оплатной линии, они как бы возвращают свои деньги. Они также приглашают и возвращают. Нет, они приглашают и возвращают. От предыдущего человека. Они приглашают через человека. Выплата идет через человека. Услышите понятно. Меня сейчас. Понятно. Значит, когда приглашает человек, выплачивает, и он тогда получает свои 150 долларов, так? Вы меня сейчас запутали. Вы про стол 150, подождите, я вам сейчас нарисую, чтобы вы поняли, ладно? Сейчас, секунду. Я так поняла, да. что вот эти деньги, которые через человека уйдут к тому, а я получу с того человека, который придет после меня. Девочки, да, секундочку, да. сейчас, да, да. секунду, пожалуйста, я вам сейчас открою, чтобы вы все поняли, ладно? Mm-hmm. Потому что я сама так же рисовала, микрофончик отключайте, у меня очень сильно фонит, у меня прям в ушах как барабан стучит. Кто не разговаривает, пожалуйста, микрофончики отключаем. Вот смотрите, вы... Ой, сейчас рисовать буду, сейчас, секунду, чтобы рисуночек был. Вот вы сверху, вы каждый, когда покупаете себе бизнес-место, вы каждый самый главный у себя. Вот это вы. Вот, вы да. его купили. Да. Дальше вы пригласили человека, и он встал в плечо. Вот. Да. В эту секунду кто-то над вами получил выплату. Вы помогли тому человеку. Вот, минуточку. Кто-то да. надо мной получил выплату. Да. Я не вижу его. Кто это? А как вам не надо... Получил? А зачем вам его видеть-то? Он по маркетингу получил и все. Зачем вам видеть кто-то? Ну, зачем не, ну, он вам? Ну, человек, партнер. Откуда я знаю, кто он? У всех разные стоят люди. Кто-то над ну, вами. Получи... Ну, подождите. Кто надо мной? Я не вижу, почему он скрытый такой. Еще раз. Нина, очнитесь. Если человек открыл свой личный бизнес, зачем вам... Вот смотрите, вы открыли бизнес, и вы говорите, слушайте, а что у меня надо мной никого нету? Кто надо мной никто не руководит? Так что ли? Ага. Нет, вы свой бизнес открыли, а у него свой бизнес. Вы к нему никак не относитесь, кто над вами. Вот вообще... Параллельно друг другу, понимаете?
У вас хорошо. Свой бизнес, у него свой бизнес, подождите, не перебивайте. Потом, когда под вас стал человек, он получил. Вам зачем, какая разница, кто получил над вами? Вот он получил, а он вам также, например, вот сюда поставил своего человека, он тоже получил, но в то же время и вам помог. А этот человек, он поставил своего человека, и вы получили. Почему же вы хотите сказать, что он должен возмущаться, почему кто-то получил, почему Нина получила, да, я сюда встал? Нет же, вы чего? У каждого свой личный бизнес, вы его открыли, и вы смотрите, вот вы главная, и ваша задача смотреть, кто, кого вы пригласили вот сюда. И вам без разницы, кто сверху, услышите меня сейчас. Это да. Вот вы бизнес открыли и говорите, хочу, чтобы надо мной кто-то руководил, хочу директора над собой, я бизнес открыл, но хочу, чтобы кто-то был надо мной. Хотите так? Ну да. Я думаю, нет. Я вот не хочу. Я открыла свой бизнес, зачем мне кто сверху? Ну зачем он мне нужен? Я сама главная, и вы главная. Мы все главные, когда мы заходим в компанию BeFree, ребята, вы все одинаковые. Мы все открыли свой бизнес. Вот вы можете быть здесь, но вот здесь могу быть я, здесь может быть другой партнер, но мы все, каждый главный в своей структуре, каждый. Понятно? Понятно. Отлично. Так, еще у кого какие вопросы? Включайте микрофончик. А у нас задавала еще вопрос... Тоже слышала, но не помню, как зовут. Ребят, включайте микрофончик, у кого какие вопросы. Не слышу, как-то это... Как эхо какое-то было только. Попробуйте еще сказать. Это я говорю, Федор. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. И все понятно. Это... Я так понял, что приглашаешь человека, и тогда повышается все. Приглашаете, зарабатываете. У нас бизнес приглашением. Да, я так и понял. Вообще нигде нету все. У нас, знаете, вот многие не задумываются, но на самом деле вообще все везде построено на приглашениях. Все. Даже вот в магазине, да, вот вы пришли в магазин, да, увидели какой-то, ну, Федор, вы мужчина, да, на вашем примере, это я расскажу, вы зашли в магазин, увидели там мега крутой какой-то агрегат для мужчин, какой вам нравится агрегат для мужчин, там, я не знаю, там, сверло, что там, я забыла, как эти инструменты ваши называются, там, дрель, бензопила, что вам там нравится, да, вот вы зашли, увидели, сказали, вау, вот это круто, как режет, как пилит, и что вы сделали в эту секунду, вы рассказали своему другому другу, сказали, слушай, ты там пилишь, да, тут есть вообще электропила, которая за секунду все спиливает, что вы сделали для магазина? Вы пригласили этого человека в магазин? Да, я пригласил человека. И да, только вы ничего не заработали, вообще ничего, да. Представляете? А здесь мы рассказали, что вот так можно заработать. Реально здесь же мы просто делимся информацией. Я заработала, я рассказала другому, он говорит, а я тоже хочу кредит закрыть, тоже хочу вылезти из долгов. Вот я честно вылезла из таких долгов, никому не посоветую, никакому врагу не посоветую прожить то, что я прожила. Поэтому, ребят, это реально честно стоящая компания. Но если бы здесь ничего не работало, вы бы сами видели, да, нас бы здесь не было, и мы бы вот не выходили, не рассказывали, не делились этой историей. Поэтому здесь мы тоже, только мы рассказываем, как. Ты хочешь тоже зарабатывать? Пожалуйста, заходи, ты тоже будешь зарабатывать. И он также заходит, и он также делится. Все. Это вот, знаете, вот я не знаю, как вы, но у меня бабушка рассказывала, у них была такая касса взаимопомощи, где вот они скидывались деньгами, потом билетик вытаскивали, потому что раньше время не было такое, ну, ничего не купишь, да? То есть там даже они сервис покупали, скидывались деньгами. Да, черная кто как касса, называет, да, вот кто как называет, у меня бабушка говорила, что это касса взаимопомощи, они назвали на заводе. Да, и вот здесь вот, по сути, да, сделано на основе этого, что вот там же все помогали, да, друг другу, что, скинулись, да, один кто-то вытащил, купил, следующий получил, купил. А здесь мы, получается, сделано все в современном виде, но на матричной системе. Почему на матричной? Потому что это математика, которую не обманешь никаким образом. Хоть ты как, Юлия,
да? Но математику ты не обойдешь никакой стороной. Ты тут все просчитаешь. Так вот, маркетинг построен вот именно вот этом математическом алгоритме. Называется матрица, чтобы легче было понять, либо математический алгоритм, где вы видите, как ваши деньги двигаются. Один встал, получил, другой встал, получил. Все, ты здесь видишь, у тебя деньги на балансе, ты их сразу забираешь. Все. Все очень просто, и ты с деньгами, и твой человек с деньгами, друзья с деньгами, все с деньгами. То есть, по сути, такой круговорот денег. Вот я это реально называю, ну, это вот в моей голове, наверное, круговорот реальных денег, потому что ты отдал, другой отдал, другой отдал. Мы, обмениваясь деньгами, зарабатываем офигенно много. Вот, по-русски скажу вам. Запутала? Нет, не запутала. Ну, слава богу. Я понял, в чем дело. Это хорошо. Тогда ждем в команду, Федор, чтобы вы тоже так же зарабатывали вместе с нами. Здравствуйте, Наталья. Да, здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Да, хорошо слышно. Я приветствую всех видеочатцев. В общем, получается так. Мы зарабатываем за счет того, что приглашаем инвесторов, правильно? Не инвесторов, а таких же людей, как и мы. Да? Ну, получается, они же тоже инвестируют. Инвестируют что-то. Ну, в сами себя, да. По сути, в сами себя инвестиции идут, да. Да-да. Я вот хочу разобраться с суть вот этого круговорота. Например, я пригласил человека, он внес $150. Потом он, тот человек, которого я пригласил, он приглашает еще одного. После этого я получаю свои инвестиционные эти деньги, правильно, которые я изначально внес. Да, вы возврат. Вот смотрите, я вам даже сказал. Вот вы, вот ваш друг, потом друг пригласил своего друга, и в эту же секунду вам вернулись ваши 150. Вы в этот же денег забираете, все, они ваши. Хорошо. Дальше. Потом мне нужно будет еще одного человека пригласить, чтобы было у меня второе плечо, правильно? Если хотите, вы можете его поставить в плечо своего друга, да, вы можете поставить плечо, и он тоже двоих приглашает, и вы зарабатываете 150 и 150. Либо, если вам деньги прямо здесь и сейчас нужны, матрица управляемая, вы можете поставить его вот сюда вниз и получить 150. Тогда вам еще одного надо будет пригласить, да. Хорошо, это понятно. Теперь, после того, как два плеча заняты, и внизу вот 4 человека еще пришли от тех, которых я пригласил. От них пришло еще 2. Я автоматически перехожу на другой стол, где 300, правильно? Нет. Здесь вы получили $450, вы заработали. Ну, 150 ваши, 300 чистого дохода. У вас открылся второй круг. А вот на втором круге ваши партнеры также за вами двигаются. И вот на втором круге у вас вот 150, и 150 они резервируются, ну, то есть откладываются, да, для того, чтобы вам открыть стол 300. Вот эти 150 плюс 150, получается $300. Если у вас программа «Автохаус» не открыта, она вам их открывает. Если у вас «Автохаус» открыт, второй раз не открывается, эта программа, вот эти $300, они вам отдаются на баланс, то есть вы их забираете. Со второго круга, не с первого, а со второго. Мне нужно будет инвестировать только один раз. Да. Вот 150 я купил место себе. И все, и последующие заработки. Последующий заработок идет от приглашенных мной и моих друзей. И их друзей. Вот так. Чем больше людей приходит в эту компанию, тем больше вы зарабатываете. Все. Я больше не инвестирую после этого. Нет, один раз только покупаете стол, все. Купили, вернули, а дальше только доход всегда. Получается, заработок идет от приглашенных людей. Да. Еще других я зарабатываю, получается. И они же точно так же, получается. И они так же, конечно. Закольцовка идет. Вы, они, следующие. Маргарита, у вас, по-моему, собачка, да, лает? Я вас отключила пока. Не-не, это не у меня. А, не, нет, то там Маргарита включила. У меня тут своя собака стала тоже в ответ лаять, представляете? Вот, так что, да, здесь все зависит от людей и закольцовка. Что еще раз? Последующими вот этими взносами, получается, мы зарабатываем деньги. Дошли до последнего стола, например, 8-100. Да, и опять закольцовка началась. У вас открывается 8 мест в 300. 8 ваших мест будет 300. В 300 летят. Вот, понятно, в 300. Что мне нужно сделать? Еще раз
людей позвать надо будет туда. Они также за вами двигаются, они также до 800 доходят, получают там 30 тысяч долларов, и также опять за вами, к вам же опять встают. То есть там три места встают под вас, а пять мест они ставят, куда сами захотят. То есть они управляемые. Могут своим партнерам ставить, помогать. То есть закольцовка идет. Также с вашими партнерами. Хотите, можете новых приглашать. Хотите, со старыми идете. Я, если честно, приглашаю, потому что я хочу, чтобы больше людей становилось миллионерами. Наташа, извините. Понятно. А вот эти закольцовка идет последующими теми людьми, например, десятое поколение, скажем, они тех приглашают, и у нас все больше и больше поднимается ресурс, и у них же также потихоньку. Да, да? Все друг за дружкой, как ниточка за иголочкой двигаются, да. Вы двигаетесь, они за вами идут. Понятно. Но в автохаусе еще могут перейти. То есть, если вы медленно, например, закрываете свои столы, а человек, которого вы пригласили, в три раза быстрее закрывает, да, он может вас перелететь. То есть вот здесь вот как бы старайтесь быстрее, поактивнее поработать, чтобы вы перешли, а потом он за вами. В столе в ряде этого невозможно, а в столе автохаус может перелететь. А в чем заключается это? Это мне надо самому еще больше людей приглашать, правильно? Вам нужно просто быстрее стол 300 закрыть, чтобы он перешел в стол 900. Но это когда вы станете партнером. Приглашайте людей. Опять-таки мне надо будет приглашать людей за Вы стол приглашаете, смотрите, вы пригласили двоих, например, да, в автохаусе. Вот поставили вы их в плечи. И у вас, получается, партнер взял и семерых сразу пригласил. Ну, всякое бывает же, да? То есть вот здесь прям надо, чтобы как бы он либо немножечко подождал, когда вы закроетесь, чтобы вы закрылись, вы перелетели, а потом он за вас. Либо он может мимо вас пролететь, но на втором круге он все равно под вас станет. А, понятно. То есть наши партнеры, которые зарегистрированы, они всегда за нами двигаются. Если бывают ситуации, что да, чтобы человек не перелетел, вот тогда рекомендую купить вышестоящий стол, да, чтобы он стал под вас, чтобы ну, не пролетел мимо вас, да, как бы тоже не камильфо будет, когда мимо вас кто-то пролетает. Вот. Тогда вот рекомендую. Самому даже купить тот стол за 300 да. или за 900. Да, да. Если вдруг вот такой активный партнер придет, да, то рекомендую взять. И тогда он станет под вас, и он мимо вас никуда не уйдет, да. А когда люди закончатся, что будем делать? А как они закончат? Вы хотите сказать, у нас рождаемость... Рождаемость все? Как кирдык не рожают. Больше никто не хочет инвестировать или вкладывать. Как быть дальше? Опять-таки, мы сами будем же вот это... Тогда сами приглашайте. А смотрите, вот смотрите, вот вы по специальности кто, Арслан? Я по специальности экономист. Тем более, ну вы что ж, вы вообще здесь вообще как эти орешки должны грызть. Это у меня с математикой понятно, плохо, а у вас прям понимаю, хорошо. Она похожа на пирамиду, понимаете, поэтому... А везде конечно, все пирамида. Здесь, давайте я вам расскажу завод, да? Давайте вот разложим его. Кто сверху? Гендиректор. Под ним кто? Директора. Под директорами кто? Заместители. Под заместителями кто? Маркетологи. Под маркетологами кто? Разнорабочие. Как выглядит? Ну, пирамида. Да, пирамида получается. Везде это так, везде. Просто мало кто об этом задумывается. Все визуально, пирамидально. Но у нас к финансовой пирамиде, да, вот что, давайте расскажу отличие финансовой пирамиды от нашей компании. У нас краудфандинг. То есть у нас не пирамида, у нас все деньги даются людям, да, в 100% объеме. А вот в финансовой пирамиде все деньги даются тому, кто создал компанию. И вот он захотел деньги, да? Ну, ему же все деньги идут, то есть они ему перечисляются, да. Он там проценты отчит, ну, типа показывает, я тебе заплачу проценты, он платит, ты еще больше закидываешь, он скажет, ага, все, захотел, закрыл компанию, все деньги у него остались, а мы с носом. Ну, вот я так осталась, честно, я потеряла финансовую пирамиду, поэтому я отличие вам могу рассказать вообще прям пошагово, чем оно отличается. Вот, поэтому у нас к финансовой пирамиде не относится. Что еще раз? Я знаю эту систему. Я сам не сталкивался с этим, но я просто изучал эту систему и
Поэтому мне интересно стало, я за этого зашел в видеочат, хотел поинтересоваться, как работает вот эта ваша система. Вот мне что было интересно. Ну вот, ну, работает на основе краудфандинга. Мы приглашаем людей в инвестицию. Каждый человек, который приходит, инвестировал один раз, потом последующий, и все. И получается, те люди, которых я пригласил, они должны тоже приглашать обязательное условие. Да, команду от того, что чем больше людей, тем больше ты зарабатываешь. И все. Так получается. Да. Ну, получается так, да. То есть вообще у нас в компании, да, достаточно 2-3 партнеров пригласить, и чтобы они сделали те же действия. И здесь тогда начинается закольцовка очень хорошая. Те пригласили. Да, если это все считать, то команда-то увеличивается, а по сути мы только 2-3 пригласили. Все. Хорошо. Но все работает. Такой вопрос. Куда нам нужно делать этот взнос? Есть, наверное, какая-то программа или система? Вы не сначала, да, зашли? Ага, я поняла. Не сначала, да, потому что вначале это рассказывала. У нас есть три платежные системы. Все, поняла. Ну, либо тут, я надеюсь, люди, которые пришли тоже послушать, придется им, повторю тоже им, да, так как вы немножечко припозднились, либо можете в записи послушать вначале. Но у нас есть три платежные системы, это Perfect Money, Pair и USDT. То есть вы заводите через эти три варианта, которые вам нравятся, и выводите также через эти варианты, все. Ну и внутренний перевод также есть. Платформа, я же знаю, но куда я должен эти деньги перечислить? Или вы в Телеграме? Кабинет открываете, вы когда становитесь партнером, вот вы сказали, я хочу стать партнером. У вас есть свой пригласитель. Вы этому пригласителю... Вы помните, кто вас сюда пригласил? Да, Марала. Все. Вот вы ей говорите, я хочу зайти в программу, например, Everyday, либо Автохаус. Ну, здесь вы сами решаете, можете сразу на две программы зайти. Она вам дает регистрацию. Сначала вы делаете регистрацию в платежной системе, либо Perfect Money, либо Pair. Сами выбирайте, какая вам комфортна по вашей стране, потому что на 49 стран работает. Все, вы там зарегистрировались. Дальше она дает вам ссылку на регистрацию в самой компании BeFree. Вы регистрируетесь там, все, у вас будет свой личный кабинет, в котором как раз-таки вы будете видеть все движение, как это все выглядит. А плюсом все начисления вы будете там видеть отражение, там будет у вас обучение от Александра Бека в самом кабинете. У вас будет сразу готовый личный одностраничный сайт и свой личный телеграм-бот. То есть это будет уже для вас сделано, как для партнера. То есть вы свои деньги уже в это не вкладываете. И все. Покупаете, заводите деньги через платежную систему, либо через внутренний перевод, деньги у вас на кабинете, вы покупаете себе там, в самом кабинете, себе покупаете бизнес-место. Все, вы его купили, у вас матрица активировалась, вы стали партнером, у вас открывается сразу обучение, сайт Telegram-бот у вас сразу открытый, вас добавляют во все рабочие чаты, и плюс у нас в команде миллионеров есть свое личное внутреннее обучение. Мы сделали выжимку изо всех обучений за несколько лет и сделали 7-дневный курс, где... пошагово рассказано, как правильно запуститься в соцсетях, чтобы у вас были входящие заявки. Все, вы настраиваете соцсети, люди сами вам пишут, ваша задача просто поделиться этой возможностью. Все. Вот. И начинается круговорот. Вы обучаете, и вот так. И те, которые я приглашаю, им тоже скидывают ссылку, и они регистрируются по этой. Да, по вашей ссылке уже, да. Да, все у вас отражается, вы все видите, у вас прям все отражается. Ваши партнеры, кто на какой стол зашел, ваши начисления, сколько вы сняли, то есть все отражается. То есть там прям ни одна копейка не потеряется, я вам сразу хочу сказать. Понятно. Я только свой стол буду видеть или ихние столы тоже? Вы будете видеть свой и все ихние. То есть так как вы будете являться их пригласителем, их столы вы тоже будете видеть, да. Все понятно. Тот, кто спасибо выше, большое. Вас не волнует, но все, кто ниже, кого вы пригласили, вы все их будете видеть. Спасибо большое за информацию. Пожалуйста. Наталья, а скажите, пожалуйста, если я потеряла своего пригласителя, что мне делать? Год назад я не обратила внимания, но все-таки я ввела в Телеграм гостевой чат. И вот обращалась и в мыслях, и в делах, и я вот стала прослушивать этот созвон. А сейчас я поняла, что я забыла пригласителя своего. Как мне быть теперь?
Смотрите, Нина, у меня сразу к вам предложение такое. Возьмите, пожалуйста, и прямо вот в этом чате, вот в гостевом миллионеров, напишите, что пригласитель, как бы хочу найти пригласителя. И ваш пригласитель, увидев ваше сообщение, он вам может ответить. Ну и чтобы я вас не забыла, да, напишите там, что я ищу пригласителя. Я в рабочем чате спрошу у партнеров, ладно? Кто ваш пригласитель, и он с вами свяжется. Наташа, здравствуйте. Это я пригласитель. Нина, я Ирина Воловик. Я на вот вас видите, после, как все хорошо. Отлично. У меня меточка стоит моя, меточка. Где? Не вижу. Ага, вот, Нина. Да, вот, да. Видите? Все, мы нашли вашего пригласителя. А что мне дальше делать? А Ирина вам напишет и расскажет, как правильно сделать регистрацию, и поможет вам завести доллар на кабинет, и вы станете партнером. Я искала вас, Ирина. Вот видите, как хорошо. Ну вот, мы нашлись. Я очень рада. Видите, как все прекрасно складывается. Так, ребят, у кого остались еще вопросы задавать? У нас осталось 9 минут. У меня дети из садика пришли, там я не представляю, что у меня творится, поэтому жду от вас вопросов. У кого есть? Или я все вопросы закрыла? Всем все понятно? Если всем все понятно, конечно же, мы ждем вас распростертыми объятиями в нашу команду миллионеров, потому что она у нас очень честная, дружная, мы там все друг друга помогаем. Всегда 24 часа на 7 на связи. Все партнеры, когда есть какие-то вопросы, всегда там ответим. Поэтому открывайте для себя реальный финансовый поток, потому что стол 150 всегда дает безграничные доходы по $450. Ну, а программа «Автохаус» – это мега-крутая программа, в которой вы будете зарабатывать $900, $2700, $30 000, и будет у вас постоянная закольцовка в этих программах. Поэтому ждем вас в нашу дружную команду миллионеров. Да, кто-то хотел задать, если... Можно вопрос? Да, я все понял. Я все понял. А, отлично, Федор. Да. ждем вас в команду. Так, Владимир. Мне такое ощущение, что... Смотрите, ну, например, вот у человека карточка есть, да, ну, на ней доллары хранятся, а у других там по тем или иным причинам закредитованы, и они у них арестованы. Один человек через свою карточку может работать вообще или как? Подскажите, пожалуйста. Может, заводить и выводить, может. У нас очень много людей с банкротством, и они делают это через своих родственников, через детей, выводят и заводят деньги. Можно. Главное, чтобы когда вывели, человек вам отдал деньги. Все. Да-да, ну то есть я имею в виду, например, у меня в долларах, и мы в Казахстане живем, а я ему, например, он мне тенгой там отдает, я за него просто проплачиваю и указываю, да, может. И там будет автоматически указано, да? А вы... Смотрите, когда вы станете... Вы партнер или не партнер еще? Я сейчас запуталась. Нет, я как гость. А, вы как гость. Вот когда вы станете партнером, да, вы, получается, вы сами на банкротстве, я правильно понимаю? То есть вы не можете пользоваться картами? Не-не, просто у меня друзья на банкротстве, я не, нормально, все чисто. Все, ну вот смотрите, если ваши друзья на банкротстве, да, то есть вы можете, они могут вам отдать наличка, вы как бы человеку переведете уже с карты на карту и доллары на кабинет заведут. То есть через вас могут прогонять эти деньги, ну, естественно, и выводить также, без проблем. Я ответила на ваш вопрос, понятно? Понятно, спасибо, да-да-да, доступно все. Ага. Спасибо. Да, все. Пожалуйста. Очень рада, ждем в команду. Скажите, пожалуйста, я вот доллары, я их в глаза никогда не видела. А где мне их брать, чтобы к вам туда их положить? Ага, а скажите вы сами, с какой стороны? Я просто не вижу, кто говорит. Света Почевалова, Амурская область, Бурейский район. Город Россия. Войтинг, Россия. Ну, смотрите, я тоже, как бы, мне доллары не нужны, мне нужны рубли, да, и мы здесь заводим в рублях и выводим в рублях. То есть доллары мы виртуально покупаем через обменники, либо у партнеров. То есть нам никуда не надо идти, доллары в руки не брать. То есть мы в рублях переводим, можно идти внутренним переводом, да. Вот, например, я получила доллары, они у меня в кабинете. Ну, мне же доллары не нужны.
поэтому мне нужны рубли, а вы хотите зайти, а вам нужны доллары, и мы можем между собой с вами обменяться. Вы мне на карту в рублях переводите, а я вам доллары в кабинет. Вот мы с вами обменялись. То же самое и на вывод. Понятно? Понятно, спасибо. Угу, пожалуйста. Так что заходите и будете всегда в рублях получать. Хорошо. Я, кстати, доллары тоже не видела. Наталья, добрый вечер и все остальные гости. Хотела задать такой вопрос. А если вот я заработаю там $150, закрою стол, эти деньги обязательно сразу выводить или можно их держать в своем кабинете? Ну, хотите, держите, я просто вывожу. Ну, мне деньги нужны, я как бы люблю что-нибудь интересное купить, побаловать себя. В какие-то веки я себя начала наконец-то баловать. Всю жизнь не баловала, а тут вот благодаря BeFree я себя балую. Я себе забираю деньги. Если вам они не нужны, можете держать на кабинете. Когда понадобится, вы видите. Вывод в течение дня. Понятно объяснила? Я просто не видела, кто говорит. Так, ну, надеюсь, меня было слышно. А вообще срока нету? Они могут лежать? Да, они могут лежать сколько угодно. Да. Вы также можете вывести на свой Perfect Money. Perfect Money, они под процентами там даже лежат в долларах. Там 4%, по-моему, лежат они годовых, если я не ошибаюсь. Ясно, спасибо за информацию. Угу, пожалуйста. Еще есть какие вопросы? Задавайте. Так. Если вопросов нет, я вас всех благодарю, что вы задавали сегодня вопросы, что вы были сегодня вместе со мной. Это очень здорово. Ну и, конечно же, ждем вас в нашу дружную команду. Всем прекрасного вечера. Всем пока. Спасибо. Почаще в эфир выходите. Спасибо, пожалуйста.